Здорово, народ! Сегодня мы снова играем в Гаррис Мод, но уже в роли администратора. В последнее время в Гаррис Моде развелось, ну, очень много РПшников, которые упускают очень много моментов во время отыгровки. Сегодня я буду играть на сервере GTA RP. Это проект от создателей Мухосранска, а это значит, то, что правила там не особо сильно отличаются. Возможно, где-то название, возможно, где-то новые сроки или же новые правила. Но все равно, в общем, игрокам Мухосранска будет намного проще играть на GTA RP, нежели просто новому обывателю, который открыл для себя этот сервер. Меньше правил придется заучивать. Ну а теперь погнали админить. Приятного просмотра. Здравствуйте, Степа. Еще раз вы инструктаж проходили? В таком случае я вам предлагаю зайти за админ профессию, поработать. Окей. Инструктаж пришли. Угу. Администрация. Так, под... так. А что там по жалобам? А жалоб-то и нет. Аля, где город? Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Бандит. Бандит пошел. О, челики на машине. Поскольку в Гаррис Моде один единственный адекватный мод на машины — это Симфис, а он тут не стоит, я вполне себе допускаю то, что первый раз чел мог реально не вырулить. Примите во внимание цитату, которую можно будет запихнуть в будущем, куда только захочется. Если что-то происходит один раз, это ошибка, если происходит второй раз то же самое, это система. Ага, уехал. Так, что они делать будут? Остановился, Тайзер, гаднулся. Вот пиздарики ему. Ну, вот он, блядь, взял тачку, мне уже ее сломали. Вот арестован за криминальную деятельность. Как красиво задержали его. Ну ничего, я сейчас... Админ Бейс. Он же там профессиональный гангстер. Ховрин Пабло. Там же, блядь, слепой даже вырулит. Ну это пиздец. Вы видели, что он учудил? Одну протаранил машину, вторую. Я понял еще бы первый раз, но может быть не вырулил. Потом понял, то, что, ну, это чел просто по приколу погонять решил на машине. Нон-РП Драйв. Фир-РП. Привет, у тебя нон-РП Драйв и Фир-РП. Нон-РП Драйв и Фир-РП, у тебя за это выходит час. Какой, блядь, нон-РП Драйв? Ты машины таранишь, ездишь. Я по встречке случайно выехал. И второй раз ты тоже взял, протаранил машину. Случайно? А, ну да. Случайно, конечно. Там даже да, он вырулит. Ей-богу. Все, я не буду с тобой спорить. Я по встречке гонял. Ну, гоняй дальше по встречке и получай еще больше за нон-РП Драйв, если ты сам в этом признался. Ты админ. Там ни нахуй не всралось с тобой спорить, ты сейчас сам признался. Я тебе увеличиваю срок за нон-РП Драйв до 60 минут, и того у тебя 90. Ты что так разговариваешь? Как мне, блядь, еще с тобой разговаривать, пиздец. Все ненормально, блядь. Честно, вот тут сделано. А, я думал, это... как его называют? Зеркало Гизелла или как-то... Короче, видите, сейчас даже загуглим, тарета, что такое зеркало Гизелла. Вот что об этом говорится в источнике Википедия. Полупрозрачное зеркало. Зеркало Гизелла, стекло, выглядящее как зеркало с одной стороны и как затемненное стекло с противоположной. Его можно даже домой заказать, нихуя себе. Кстати, админам, вот, ребят, если кто-то из админов смотрит на GTA RP и Мухосранска, посоветуйте создателям сделать вот такой счетчик во время камчаса для администраторов, как и ментам. Вот у ментов есть отображение времени над головой, еще в течение которого человек может вернуться к себе домой.
Вот. А у админов нету, то есть мент может сказать, да меня не ебет, у него счетчик уже все, время вышло, и он не дома. А админ не сможет никак это проверить, потому что у него нет счетчика. Поскольку я администратор, я должен следить за всякими РП-ситуациями и, возможно, находить в них какие-либо нарушения. Поэтому не удивляйтесь, если вы увидите ситуацию, в которой я ничего не сделаю игрокам. Меня там в оскорбинке забрали, и что дальше? Ну все, ожидайте, что такого. Почему он золотой, если он черный? Ну, ладно. Здравствуйте, подойдите к машине полицейской, станьте лицом к капоту. А с какой целью? Я с полицейским разговариваю. Полицейских нет. А я с полицейским разговаривал, мне нужно было с ним поговорить насчет моих оскорблений. Вы подошли на улице к полицейскому, когда находились на улице, что вы мне тут втираете? Я понимаю, я все понимаю, я вышел из дома, потому что я увидел то, что он подъехал. Потому что я его знаю, я хотел с ним поговорить. Так а я вот здесь вот работаю, вон. А, уже обман госслужащих, лицом к капоту быстро встаньте. Я говорю, почему? Я там работаю, я говорю, я там на ресепшене только вышел. Встаньте вот. Лицом к капоту. Гробов адекватный, кстати. Моя смена только закончилась. Вы сказали только что, что вы вышли из дома, увидя госслужащих. Сейчас вы говорите, а это по вашему не дому там? Вот там это ваш... Это не дом, это дом? Автосалон. Я говорю, это блядь, помещение, понимаете? Нехуй с ним рассусоливать, 800 секунд у него к 100. Так, менты куда-то пойдут. Ух ты ж, бля. Ты дебил, ты госслужащий, останови машину. Мне похуй. А где он? Сирион сзади где-то. Вот все твои почти. Остановите машину. Блять, ты же вот здесь разворот нахуй. И ведь найдется такой долбоеб в комментариях, который напишет то, что я ломаю РП-процесс ребятам. Если для вас это РП-процесс, то идите играйте на серваки с ковбойками. А на медиум РП не пытайтесь суваться, потому что в правилах этого сервака ясно прописано, что сервак базируется на медиум РП. Если игроки сознательно не соблюдают и нарушают кучу правил, то это вина вовсе не сервера, а игроков, потому что долбоеб зашел и начал нарушать. Ему администратор не говорил, иди делай что хочешь. Нахуй, сейчас будешь наказан, блядь. Ты моего друга убил! Ты охуенно. Да кто меня дергает? Тот, кто тебя сейчас полностью, блядь, по жопе надает. Ой, господи, долбоёб. Тебя нон-РП драйв и нон-РП. Нихуя себе, что у тебя с голосом? Подожди, я обосрался. Не пугай так больше, чувак. Я уже сказал, у тебя нон-РП драйв и нон-РП. Ага, да, я понял. Я просто устал, капец, я заебался сегодня целый день на этом лидере. Ну, смотри, хотел повеселиться немножко. Два часа бана. Я повеселиться хотел. Да, молодец. Да, Джайла или бану. Бан? Если бану, то хорошо, окей, я не против. Пум-пум-пидум-пум-пум-пидум. Есть, а куда нигер-то залез, бля? А шо, а как ты сюда попал вообще? Саша белый. Он совсем белый. Черно-белый, как ты попал сюда? Банк нужна шлюха. Спермбанк. Блин, кайфовый бар. Еще бы был выход на задний двор, вообще бы эмоций бы не было. Помимо того, что вы мои ролики смотрите на нарушения, как-то проверяете, берите идеи, я их накидываю вот таким образом бесплатно. И их по-любому кто-нибудь дооценит. Как говорится, просто на каждое говно найдется свой говноед, вот. И я тоже свое говно немножечко так предлагаю в мысли. Люди ведь покупают сознательно ковбойки. Я разве не прав? И в чем я не прав? Что за нахуй? Ладно, тогда по бандитам потепаемся. Антон Колумбайн. Ну давай к нему. И клубы. Да, признаюсь, необычно слушать предъявы по поводу Non-RP Drive от человека, который сбил на самокате бабку. Но в правиле Non-RP Drive черным по белому прописано то, что нельзя вот так вот ездить на машине по карте. В конце концов, для кого делали асфальт в Хаммере? Ждем нашего сейчас, подойдет он.
Еще одна небольшая остановка. Ребята, сорян, но теперь проведите параллели сами. Два бандита проехали в полицейской машине во время комендантского часа государственному учреждению в виде больниц. Ну, то есть, простыми словами, если в государственном учреждении или же поблизости происходит какая-то хуйня, то они сразу же сообщают властям. А тут как раз хуйня и происходит. Два каких-то чела на бандитах взяли полицейскую машину и разъезжают на ней во время камчаса. Что это за бред? Откуда, блядь? Верблюда, долбоёб. Я тебя сейчас заберу в админзону. Сука, просто на первого попавшегося тыкнул. Ну, на РП-драйв у тебя. А от кого ФБ поступило? Я увидел нарушение, и все. Не хватило этого. Степа, потом не улетайте, нужно поговорить. Все, претензий не имеешь, Колумбайн? А тип это из-за того, что я чуть-чуть сократил. Слушай, ну давай будем честны. МД. Ты так по-любому сокращаешь на постоянке, просто я это заметил сегодня. В правилах четко описано, non-RP-драйв, что значит правило. Тем более ты на полицейской машине ездишь, как ни в чем не бывало. Я могу, конечно, накинуть 30 минут еще за non-RP. Но тебе надо? Да ладно, делай что хочешь. Окей. Это не он угнал, это не он угнал. А кто угнал? Да этот... Ну и где он прячется? Ебать, он умный. Пиздец, у него очко с копеечную монету сжалось по-любому. Все, они потеряли его. А ведь отсюда-то его реально не видно. Но только вот если вот так вот, а если ты заранее знаешь, что он там стоит. Блять, он переоделся сразу так. Маскировка, блять. Кстати, вот реально, если ты не знаешь заранее, что он там. Изначально я подумал, что чел, возможно, нормальный, просто отыгрывает роль полицейского, пока идет комендантский час. Людей ставили замок к стене, обыскивает и отпускает, ну или не отпускает в случае нахождения нелегала. Но не все так просто, друзья мои, не все так просто, особенно в Dark RP. Опа. Цель захвачена. Игрок справа показывает ему полицейский жетон, что как бы намекает полицейскому слева, мол, чувак, иди докапывай кого-нибудь другого, я госслужащий, я хожу тут сколько захочется. Если же полицейский начнет придумывать какие-либо отмазки для своей же выгоды в этой РПшке, то это нарушение правила own side. Оно запрещает отыгрывать что-либо в свою сторону во время вот подобных ситуаций. Приведу самый обычный пример. Вы хотите за полицейского кому-нибудь что-нибудь да подкинуть. И чтобы не нарушить это правило, вам нужно будет отыграть сначала только попытку это сделать через ми, а потом сразу же кинуть ролл. Если вы выигрываете у игрока ролл, то также через ми или же через ду подтверждайтесь, есть такие команды. На некоторых серверах ролл не обязателен, потому что есть команда try. Вы туда прописываете через try какую-либо попытку, и там с шансом 50 на 50 вам выпадает удачно или же неудачно. Конкретно в случае со значком, человек просто проигнорил это все вербально, без каких-либо отыгровок, но дальше больше. И это поделка обычно. Это обычная поделка. Сейчас проверим твою жетончик. Хорошо. А вы, то есть ты сейчас можешь, будешь снимать свою одежду прямо на улице, где очень много людей. А давай сюда тазеровать. Ну вот, так это поделка. Я вот на распродаже видел такие штаны. FBI. Вот тоже все прикупил на распродаже, потом вали. Отыгрывает только свою сторону. Вы знаете то, что это тоже запрещено? Вот вас сейчас, вы сейчас берете, продаете, как сказать, либо имеете, вы не настоящий сотрудник, да?
Я правильно вас понимаю? Это карается арестом на очень долгий срок. Онсайт. Скажите ваш номер жетона, номер жетона скажите. Тогда поверьте. Мне жетона да, не имеется, я детектив полиции. А вы знаете то, что если у вас нет жетона, то вы, получается, не сотрудник, потому что всех он есть. Он детектив. Есть лицензия. Ну, у меня есть жетон. А у вас нету, получается, наверное, я вас понимаю. Ну вот, потому что вы обычный офицер. И что, вы могли жетон поставить куда-то еще? В карманы? Если вы будете меня сравнить с тазером, то вы будете наказаны за нападение на сотрудника ФБР. Если честно, вы не настоящий сотрудник, потому что у вас нету жетона, вы не представились, вы являетесь человеком, который просто купил документы в FBI. Я должен представляться. На вас наставлено оружие. Блять, чел стоит просто на похуях наблюдает, блять. Для меня это без разницы, если мне это без разницы, блин. Это нейтрализатор, не. Пиздец, сука, арестуй того черного, ёбаный в рот. А какая разница, нейтрализатор либо нет? Я все равно могу стрелять. Оружие может убить, а нейтрализатор нейтрализирует. Правильно. Чё, мы не пытался сам бы стенять, сам снять раз, сам снять два. Вы будете временно арестованы до выяснения обстоятельств. А, да? Ну да, видно. Тут такая крутая защита от этого, от... Я понял. Ну ладно. Давай мы все же сыграем немного по-другому. Хули он отыгрывает только в свою сторону? А можешь ли сам с ней встать? Это так, для, как сказать, для вашей безопасности. Подкинул травку. Ой! Если вы, наверное, настоящий сотрудник FBI, то что-то у вас в карманах есть запрещен. Давайте досмотрим. На горе РПшник. Рун 100! Игроку Максим Феклистов выпало РП удачи 39 из 100. Я думаю, нету ничего в карман. Офицеры, там человек с оружием. А давайте убьем его. Он бежит. А кто именно? Давайте убьем его, блять. Останется на месте, раз. Останется на месте, а ты сам с ним стал? Молодой человек, останитесь, пожалуйста. Молодой да, человек. Лицом все раз. А так ты еще, он не думает. Стойте, и меня, послушайте, меня мэр заказал, блять, к себе, меня мэр заказал, алло, вы блядь. Вы арестованы за непочинение сотрудникам полиции. И что ты делаешь? Что ты меня таскаешь? Та-та-та. Мимо, ага, пойдем с повод. Я понял? Да, пройдем. Что ж ты понял, блять, болван ебаный. Привет, у тебя получается. Как тебя зовут? Че говоришь? Ты че меня тэпаешь? А ты че правила нарушаешь? Ой, бля. Такие люди, как ты, набирают на наборных, хотя ты сможешь скоро играешь. Каких? Прикольно. Хорошо, окей. Сейчас, я тебе сейчас дружок пройдет. Все твои нарушения. Хорошо, отлично. Смотри, у меня тут жалоба есть, твой администратор, он играет с изменением для, ну, программой для изменения голоса, и он еще меня берет и подкидывал меня пушганом во время РП-ситуации, и начал меня таскать, меня подталкивать пушганами, и, ну, типа, это, блядь, вот это ж можешь экспро, блядь, ну, типа, из только такой можно у меня на микрофон. И что, и что? Но в правилах нет запрещения. И что? Ты докопаться хотел голоса. Или что? Я тебе сейчас степнул, объяснять будут твои нарушения. Чё, а чего меня пушка туда таскаешь? Чтобы ты не посадил человека просто так. Он не дома во время гражданского часа, я объяснил причину. Так ты причину не ту он объяснил. Он начал меня таскать пушкан. Ну так он не дома во время гражданского так часа. Так ты тогда причину корректно объясняй. Так я ему сказал, вы будете арестованы за причину не дома во время гражданского часа. Нет, что я так сказал? Ты сказал неподчинение полиции. Ты чё обманываешь, сейчас сидишь? Ну да. Что, ну да, ты признался такое, в обмане сейчас? Не починился приказ. Ну да. А, ну да, что? Окей. Что там у нас так по правилам? Смотрите, Степа, обман это 9.2, игноринг правила, ага, у нас это называют. Так. Так вот, я вот что заметил, вы вообще зачем лицом к стене детектива ставили? А ты тоже за этим наблюдал, Шалва? Я вот этого не понял. Да, у него, я там знаешь, что нашел? Я сейчас ему вопросиков позадаю интересных. Вот смотри, ты лицом к стене ставил, как его, детектива. На все его вполне себе краткие и нормальные, адекватные доводы ты пытался отыграть в свою сторону. Это 5.31, онсайт. Онсайт это 5.32. Нет, 5.31. Или 5.31, не помню. 5.32 на нападаю. Да, 5.31, онсайт. Вот. Так вот, админ вот такой, как я, вот которых набирает таких, как я, нашел у тебя уже два нарушения. Даже три. Ну, в
при аресте на НРП. Ты еще не арестовал, я ж тебе не дал арестовать, я ж тебя взял физганом. У тебя онсайд, отыгрыш только в свою сторону. Это было на протяжении всей типа РПшки, которую ты якобы устроил. Потом у тебя был фритайзер, ну это фриполис. Вот. И сейчас у тебя игноринг. Ты сначала мне сказал одну инфу, как только я тебе указал, макнул тебя туда, где ты, так скажем, насрал кучу, ты тут же признал обман. Итого у нас онсайд 60 минут. Онсайд это 60 минут у тебя будет. Потом фриполис. Это ага. Еще а 60 еще? Минут. Это уже 2 часа. Ага. И еще у тебя игноринг. Сейчас я найду точно по минутам, сколько у тебя. Еще 30 минут. Итого у тебя 150 минут джайла. Смешно. Что? Смешно. А что смеяться-то? У тебя 3 нарушения смешно. Буквально было сразу найдено. И что? Ну вообще, ну, технически 4, потому что ему детектив реально говорил, то, что ну, он детектив, и это было правда, и он пытался всеми силами вам это доказать, вы при этом это заигнорили, нарушив тем самым РП. Игнор РП, просто что ли? Просто забили на то, что он говорит, начали играть. Нет, просто нон-РП. Игнор РП упразднили, теперь это как нон-РП считается. А, так еще и нон-РП получается. По такой логике, ты можешь быть обычным гангстером и говорить, что это ты типа такой логики, и все. Ты, будучи гангстером, покажи жетон. Показывал вам паспорт. Он показывал жетон, я видел. Он говорил то, что вы его купили. И он без отыгрыша его проверил. А при чем мы должны проверять? Я говорю, но ты же РПшку делаешь, слушай, ты же не отыгрывал. А с чего вы это взяли, то, что он его купил? Слушай, ты же РПшку отыграл, ты же сам сказал, РП процесс. Ты должен был там, пойми, отыграть хотя бы ролл еще. Че ж ты не отыграл, РПшник с Алиэкспресса? И мне еще что-то говоришь, да, таких вот админов, как я, кадрах набирают. Господи, боже мой, блядь, РПшники такие, откуда вы рождаетесь? Покажите мне... Тебе нечего, не мешает в жизни купить ФИП-паспорт? Нет, мне мешает в жизни купить ФБИ-паспорт, как минимум да то, правда. Что я, блядь, в России живу. Он мне тут нахуй не нужен, блядь. Кто докапывается? На уровне Но вы его не проверили. А кто докапывается-то, я не могу понять. Я тебе перечисляю все твои нарушения. И все. Ну, я думал, у него будет время достаточно, чтобы РПшка. Переделать себе ник. 150 минут джайла. Всего доброго, РПшник. Ты что, 50 минут я Все, ты все сказал? А, так он уже на другой. В принципе, я лучше ливну. Это будет быстрее, чем 50 минут. Может ему сутки, он поменял ник намеренно на другой. Но он поменял ник сыдана на хуйлодзи. Ну, если он вот так любит пошутить, очень смешно. Ой, да ладно, это свинота, которая просто пыталась сначала поиграть в РП, не имея для этого мозгов. Ну, что тут поделаешь. Я можешь ему выдать просто сутки? Сидеть вообще на этом сроке РП видел. Сама суть РП, это... Блять, ты мне будешь еще про РП рассказывать, который нарушил правила во время РП процесса якобы, да? Пиздец, давай ты при себе свой стендап, блять, концерт оставишь и не будешь мне мешать. Выдай ему сутки по жебана. Вообще без разницы. Завтра пойду по Мастердемлю. В чем проблема? Ну, улетишь на больший срок. Ты пару только человек убьешь, все, не более. За шо, блядь? Да, в смысле, блядь, я же... А, блядь, я не могу, нахуй, за шо?